Всем привет! Купил сегодня пиломатериал, наличники. Если правильно посчитал, должно всего хватить. Вот эта доска, сколько она, сантиметров 8, наверное, 10. Хочу ее на отливы запустить. Вот. Нужно будет со стороны обзола снять фаску, чтобы выбрать угол, для того, чтобы он как бы в наклон был, чтобы вода стекала. Сейчас займусь установкой, наверное, наличника вначале, ну, а потом уже займемся отливами. Прошло 5 часов. Вот все, что осталось от пиломатериала, который сегодня купил. Одна более-менее длинненькая палочка, ой, наличник. Вот такие огрызки. Ну и пока на сегодняшний час мы имеем вот такой результат. В общем, материала не хватило. Тут вот сдвоенный пришлось прибивать, потому что длинных не хватило. Сдвоенный прибил. На другое место не хватило таких. Ну, внутрь все нормально, все равно. Вот такой вот отлив у меня получился для стока воды. Вроде с одной стороны хорошо, что почти что щели нету. Я вот так фаску снял, чтобы где-то градусов под 45. А щель мне нужна небольшая, вот примерно хотя бы вот такая. Чтоб туда герметик заправить. Ну, здесь великовато. Получился из двух кусочков. Вот такой отлив. Это с этой стороны. Здесь вот так поверху. Сюда тоже не хватило мне материала, сюда широкая нужна. Да и гайда, и узких тоже у меня их нету, придется докупать. И вот с этой стороны отлив. Ну, здесь щелочка меня устраивает, хороший технический зазор. Туда заправлю герметик, все покрасим белой краской, чтобы влага не попадала вовнутрь. Вот здесь вот корявые углы. Ловить я их не стал, потому что углы наклона разные у отливов. Так вот, может, срежу, не больше. Ну, не критично. Не выловлю здесь угол просто. Так, вот сюда осталось. Широкая нужна. Широкий наличник. Вот здесь. И поверху. Ну а так, в принципе-то, если назад отойти, ну, издалека-то вообще нормально будет смотреться. Еще покраситься. Такая вот хибара получилась. Ну, не получилось еще, мы ее делаем. Да, еще же у нас не мелькало в нашем видео вот эта сторона от соседей. Ну, здесь все то же самое, фронт работы. Вот. Тоже наличники, отлив. Ну, сюда так забор надо отодвигать, не проберешься. Это я на потом оставил. Но здесь будет точно так же, как и вот с этой стороны. Сейчас
Сейчас внутри посмотрим. Вот мы внутри. Вот наличники так легли. Здесь угол пустой, сюда плинтус куплю, прибью, тот же, который на полу. Он нормально станет здесь, тоже белым покрасится. Вот здесь вот косяк. Ну, косяк такой, в прямом и переносном смысле, здесь дом как бы так складывали когда-то, что он, стена у него как бы завалена, да и он сам заваленный влево. Поэтому, ну, если на фасад смотреть, видно, что веранда якобы в одну сторону, дом в другую. На самом деле веранда по уровню выставлялась, а вот дом, видимо, просел немножко влево. Поэтому вот такой угол некрасивый. Ну, придется что-нибудь туда придумаем. Может, краской закрасим зеленый. Вот. Ну, здесь наличников везде хватило. Вот над дверью еще остался пробел. Тоже что-нибудь из кусков сделаем. Короче, докупать материал нужно. Ну, а вот эта сторона вот так выглядит. Тоже справа угол такой. Ну, все на глаз. Уровень в помощь, конечно, но не все прям так идеально ровно получается. Потому что, как я ранее говорил, вообще все это строительство не планировалось. Планировалось просто вот такая вот терраска, вот эта зеленая. И все. Построили терраску, ну и понеслось. Ну, терраса хорошая, в принципе, в плане фундамента, там по периметру заложены железнодорожные шпалы, хорошо пропитаны они, сбиты скобами, но мощно все четко лежит, все по уровню сделано там, поэтому простоит долго. Ну а потом пошло-поехало, ну вот и докатились вот до такого состояния. Не можем остановиться. Тут уже поступают предложения такого рода, чтобы вот здесь над дверью сделать еще такой маленький навесик, ну, полукругом, как такой козырек, такой большой. Ну, идея хорошая. Ну, когда мы ее осуществим, не знаю. На это смотреть нужно. Хотя бы это доделать. В общем, так, докупим материал. Я уже до конца все доделаю. Мы все покрасим. Я все вот эти щели, нет, здесь нету, вот эти щели все замажу специальной замазкой морозостойкой. Все мы покрасим и уже потом сниму общий вид. Ну а пока продолжаем работать. Вот таким способом буду устанавливать отлив. Как видно, он сюда не подходит, потому что нужно кромку стачивать примерно под 45 градусов. Сейчас я покажу, как это делал на этом примере. Также были сделаны предыдущие отливы. Thank you.
получается такой угол по кромке. Но все на глаз, как всегда. В общем, сейчас его приставлю. Дополнительно просверлю отверстие, чтобы он не расщелился, когда забивать буду. И прикрутим, прибьем к месту. Вот так плотненько подошел отлив. Даже поклевать не надо будет. Сейчас я сюда вторую часть еще сделаю. И будет все в одной плоскости. Получился вот такой отлив из двух кусков. Сейчас нужно будет еще прибить наличники. Сверху и вот здесь вот перпендикулярно. Но потом все когда сделаю, уже сниму общий план. Ну, закончили мы с верандой наконец-то. Вот прибиты наличники со всех сторон. Поставлены отливы. Все покрасили. Теперь это выглядит вот так. Ну, точность линий и красота оставляет желать лучшего. Но с учетом того, что все строилось из хлама, там, да, из всяких досок ненужных, получилось все вот в таком виде. Может, у кого-то вопрос возник, почему вот эти вот штакетины так набиты криво. Дело в том, что здесь тоже из горбыля сделано. И ширина горбыля в разных местах была разная. Поэтому, чтобы закрыть щели, прибиты были такие штакетины. Можно их было, конечно, поровнее прибить. Но так бы еще и некрасивее было бы, чем вот так. Мы уже специально стали делать так, чтобы линии были ломаны, ну, какой-то такой некий стиль, чтобы получился. Ну, вот получилось так. Сейчас внутри еще посмотрим по краске. Дверь скрипит уже. Так, ну, крючки я рассказывал, тут полотенца висят. В общем, вот такой вот цвет беленький. В углы я прибил плинтуса, чтобы пену спрятать. Здесь тоже повсюду наличники сверху и перпендикулярно им. Там в углу тоже плинтус прибил. Ну, в общем, получилось то, что получилось. Даже не знаю, какой стиль придумать. Но что-то мне в голову пришло, поскольку тут все такое
кривое и косое, но в то же время не такое уж страшное. Ну, наверное, какой-нибудь такой будет, такая мультяшная веранда, как из мультика. Наверное, самое то подходящее слово. Ну, в общем, все. Помидорчики посадим. Пол помоем. Будет уже прибрано и комфортно будет и уютно. Ну, всем пока. Ждем следующий ролик. До встречи.